Я прожила всю жизнь и не попробовала. Хорошо, я тебе говорю, этим надо жить. Вот встала утром, пой, иди в душ, пой. Нет. Говорю, спой сегодня. А я не умею петь. Потому что вы все высмеиваете. Ну а как-то, да я не высмею, я говорю, как-то, если ты не умеешь петь, как ты будешь певцом? Вот это я не понимаю. Хорошо, Рит, у тебя есть любимая песня? Я не буду. У меня нету песен. Ну, спой вот сейчас любую. Вот Ебаров сейчас закрывает свою варюшку и делает вид, что он умер. Хорошо. Все. Я готов. Я могу на тебя не смотреть, чтобы ты не стеснялась. Вот просто давай. Любую песню, какую хочешь. Можешь народную, русскую. У тебя сейчас есть. Ну просто вот, посмотрите. Ну вот я могу спеть, вот я вчера пела этот хит-парад Ольги Бузовой. Давай, Ольги Бузовой, хорошо. Ты не попал в хит-парад моих мыслей. Дальше я слов не помню. Почему? Одна строчка всего. Ты не попал в хит-парад моих мыслей. Ты не попал в хит-парад. Как там дальше? Ну, не присылай мне... Ты не попал в хит-парад моих мыслей. Не присылай больше мне свои письма. Ну, Влад. А? Ну что, все плохо? Нет, почему? Нет, у тебя получается петь. Вопрос только в том, наверное, захотят ли это слушать. Ебаров, ты зря ржешь, у тебя такая же проблема. Вот почему? Вот как можно... Мою разочарование. А мне вот совсем смешно. Вот почему вот человеку, когда что-то хочется, его должны окружать люди, которые его поддержат? Скажи, брат, ты пилишь мужика за инфантилизм, а сама инфантилка редкая. Хорошо, как мне жить тогда? Как? Как я тебе? Должна устроиться администратором в салон красоты, сидеть, получать 15 тысяч, если я мечтаю жить, и чтобы минимум 400 был доход. Рит, а если у тебя нет талантов, если ты не развиваешься? Я же не говорю, что вышка я есть? Завтра стану... У тебя вышка есть, Рит? Высшее образование есть. Кто ты? Социальный работник. Социальный работник. Вот бери утки и вперед к бабкам. Что ты к песням прицепилась, ну? Смотри, Владик. Собес, пенсионный фонд, ЖЭК. Я депутат. Нет, да, у меня будет реально. Я вот через 5 лет посмотрю. Да, посмотрю. Вот я 5 лет всем даю. Вот 5 лет даю. Саратовская область, знаете, как главное, чтобы тебе какой-нибудь депутат 5 лет не дал.